Hey, всем привет, с вами GS. Продолжаем четвертый день нашего марафона по Black Mesa. Опять получилось так, что я опять остался один, ну как один с сыном. Сына я обычно кладываю быстро, у меня мало кто может не ложиться быстро. Вот, и поэтому мы продолжим. Наконец-то сменилась фоновая картинка. Это значит, что глава, но мы сейчас в главе, насколько я помню, переработка мусора и так далее. Если мне не изменяет память, но процентов на 60 я пиздобол, то мы уже больше половины игры прошли. К тому же, если здесь не доделан ксен, то есть его просто нет, он отсутствует, то, в принципе, осталось не так уж и много. Так, что еще? Хоть и последние два дня у меня выходные, но сплю я по часа три, может быть, немножко побольше, поэтому я опять могу быть сонным голосом и так далее, не выспавшись и так далее. Как ни странно, сын пошел на работу в выходные, нужно было справку получить для субсидии, вот. А, и 7-го был праздник, день оператора, я на нем не был, поэтому я не знал, что за движуха там была. Вот. Ну, короче, я стал золотым голосом телеконтакта на своем проекте. Единственное. Что за хрень? Блин, какой золотой голос? Зачем вообще не говорят? Я не знаю. Ну, бывает, в общем, да, так что я золотой голос. Это смешно звучит, но ничего не могу с этим поделать. Так, вообще что такое рассказать бы? Нихуя не сплю, золотой голос. Короче, ничего не интересно так особо. А, у Парчанского охуительнейший просто микстейп. Это настолько я не ожидал. Столько фитов, столько охуительных фитов. С ATL-ом, с Охрой даже есть фит. Ну, с Окси, соответственно, кто, блядь, сомневался. К тому же Окси возвращается по стилю, так в год примерно 2012, что не может не радовать. Так, ладно. Да, вот здесь вот я очень испугался, не знал, что здесь делать. Но давайте попробуем же. Мне нужно где-то найти мое снаряжение. Да, стоит прыгать? Да вроде как нет. Пока если... А, ну по-любому стоит. Так, раз, там ручки нет, значит, вообще бессмысленно ходить. Я слышу, что играет фон. Играет... Ну, фонит, то есть радиация. И, как вы видите, зернистость, когда появляется, тоже значит, что рядом радиация. Ну, соответственно, вот она, для слепых, даже для такого слепого мудака, как я, это очевидно. Что нужно здесь делать? Я не помню. Надеюсь, что просто куда-то выйти. Потому что одна головоломка охуительная, другой. Ладно, здесь у нас не получилось, давайте сюда пойдем. Вот, да, эта дверь даже вроде как с ручкой, поэтому все должно быть зашибись. Стоп. Ах, это не смешно, блядь. Хорошо. Тогда стоит найти другую дверь, которую также можно открыть с другой стороны. Но смысл-то от этого не понял. А, все, кажется. Кажется, я все не понял, куда мне. Ладно, хорошо, давайте. А, вот. Давайте откроем здесь дверь, я не знаю. Ах, ты даже еще и изнутри не открываешься-то? А можно? Ну почему они... Почему не взрываются, я не понимаю, правда. Так, ладно. Хорошо, начинает ступняк. Что-то того, особенно когда я не высплюсь, я иногда могу даже ремень с трудом взять в джинсы. Так как я это хочу сделать. А вы тут меня мучаете, так что так. Мы пришли оттуда, или наоборот. Оттуда, да, нам нужно как-то попасть сюда. А, ну я понял, как, ладно. Давайте прыгать. Кто сомневался, что просто так нас никто не пустит. Нафига вот там дверь можно открыть заново? Я не знаю. Так, хорошо. Ненавижу радиацию. О. Твою мать! Это еще и не допрыгивает. Я теперь еще во флюоресцентной жаже. Ну, то есть, это та же хрень, которая плюются эти вот блядские такие полукрокодилы. Я, сука, не знаю, как их назвать. Я запутался. Блять, в трех контейнерах, не в контейнерах, в трех, чего, не в трех, в нескольких цистернах. Где, сука, эта ебаная лестница в небо? Здесь, что ли? Я потерял все. Я так и не понял, как я взял лом и стал с костюмом. В лом встроен костюм, что ли? Наверное, так и думал. Так, хорошо, дубль 2. Может, где-то еще можно перепрыгнуть? А, вот. Да опускай ты меня, мне похуй. Вообще, похуй. Короче, вы поняли, давайте сейчас куда-нибудь запрыгнем все-таки, иначе это будет очень бесполезно. И потом вернемся без лишних мучений для меня и для вас. Для вас в первую очередь. А, давайте. Ну, вроде как прогресс, я считаю, раз я здесь. Думаю, ошибки я не совершу, ведь правда?
не совершу уже, блядь, эти ошибки. Сука, стой! Так, все, вот, я пришел куда-то. Наверняка здесь нужно что-то еще врубить или нет. Я слышу странные звуки. Там вроде как за стеклом ничего не было, насколько я успел. Сука, нет. Вот только не нужно вот падать вот прям вот. Так, можно туда. Чё? Ах! Ах! Чё это было? Эй! Привет! Ты хочешь зажечься? Эй, чувак! Пум-пум! 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 Ты охуевший, что ли? Не, это вообще нормально, я всю обойму в него вы... Знаешь что? Ты меня за придурка-то не держи. Так, и чё ты тут ходил вообще? Зря только истратил, блядь. Вот как обычно. И чё, и зачем её истратил? Стоп. Нет, это не розетки. Ну, думаю, наверное, как-то нужно съебнуться и запрыгнуть сюда. Наверняка, если я паду в эту хуйню, я подожгусь. Но потушить я это... Очень важно быть внимательным при летсплее. Наверняка здесь есть какой-то... Какой-то винтик должен быть, чтобы потушить. Ведь так, ведь так? Что? Зачем это нужно? Ладно. Либо ж просто допрыгнуть. Но я сомневаюсь, у меня уже были попытки суицида об огонь. Хорошо, давайте еще раз это сделаем. Всем на радость. Ладно, все. Значит, было просто нужно перепрыгнуть. Так, сегодня тоже планирую небольшую часть, именно как можно менее 30 минут. Но, в принципе, в прошлом летсплее вот эти вот несколько минут последние 8-9 были тупниками, поэтому так-то, в принципе, 20 минут я ложился. Я что-то опять тупил. Ну, как вот сейчас в начале 4 минуты. Блять! Я ненавижу кислотный уровень. Монстров нет, вот мучу. Ну, конечно, потому что оружия нет, поэтому нужно как-то, типа, разнообразить геймплей и так далее. Я не хочу туда прыгать. О, привет. Вот это, на что это, блядь, похоже? На ящерицу, крокодил-ящерицу. Ну, что-то такое, да. К сожалению, туда я не смогу допрыгнуть, так как... А к стекло вот с такой вот решетчатой хренью, как костюм... Крузисе нельзя разбить, да. Так. Давайте тогда где-нибудь прыгать там, что-то делать вообще. Может, там просто сюда не нужно, ну потому что, типа, сцена насилия. Ебака жрет никчемного человека, что. О! Ну правда, мне это не особо-то нужно, не знаю, как вы тут планируете, чтобы я потерял столько хп, даже я не потерял. Типа лифт. Типа что? Ах ты мразь. Мне не нравишься, ладно. Большой брат следит за нами, хорошо. Так. Вау, это не говорит только что... Блять, я открыл эту дверь, ура! Но, то есть какой-то намек, что нужно будет назад идти все это время? Я не хочу такого, нет. Хорошо, давайте попробуем. Хм. Ну я так и так никуда более не допрыгну отсюда. Ну могу, конечно, попробовать. Но это было прикольно, да. Так, еще один тупняк. Обожаю такое. Может, тут можете что-то сделать необычное? Я не понимаю, что здесь можно сделать необычного. Либо зачем-то пойти обратно. Но это как бы бессмысленно. Здесь-то я был. А, это еще одна дверь я открыл. Да идите вы нахер со своими сквозными выходами. Мне здесь... Не хочу я так. Я немножко подумаю, чтобы никого не... Стоп, что? Блять, сука, перезапутаюсь еще больше. Чтобы никого не отвлекать, я... Я понял, что это первая помощь. Не нажимается лифт. По идее. Ладно, попробуем пойти по трубам. Может, нужно все-таки их крутить? Нет, крутится обычно только красные вентили. Сюда я спрыгнул. А вот есть оно. Стоп, 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 стоп! Я не хочу... Я не хочу к тебе! Нет, сюда все, сюда. Да, сюда все нет. Хорошо, сейчас еще попытаюсь еще, если не получится, то. Мне кажется, нужно как-то здесь хитро выебанно прыгать. Ведь не зря же? Ведь не зря же. Не зря же вот здесь эта мразь жрет ее. Что-то здесь не так.
Ну, я по-любому не пробью окно, ну-ка, если вернуться. Может, ну, ручки-то нет. Бессмысленная дверь. Нафига мне вот тут показывать, что... Короче, ладно, как что-нибудь замучу, тогда вернусь. Давайте. Ну, как вы видите, это было очень сложно, но я все-таки сделал, блять. Надо сейвнуться срочно. Что это было сложно, я все-таки проебался в нее в жажу. Нырнул, потом все-таки выплыл, чтобы попасть на это. Мне нужно, блядь, вот сюда. Так, вот теперь нужно самое интересное. Нет, вниз для птички я не пойду, это, блядь, уже слишком. Бич! Короче, я допрыгну, вернусь. Да, это было очень предсказуемо. Ну все, теперь я здесь. Он отца, бич! Так, все. Так, отверните меня обратно. Течь, конечно, может быть воспользоваться, но я еще раз не переживу этого. Чтобы еще раз вот там, да. Так, стоп, это просто хрень или просто хрень? Нет, я подумал, что это жажда, которая меня может сожрать. О! Ну уже какой-то прогресс. Предлагаю сегодня дойти до следующей главы и прям сразу остановиться, чтобы прям начать потом с чистого листа. Потом, не знаю, смогу ли я опять так каждый день пилить. Потому что просто попадает, во-первых, на два выходных, вот попало, четверг-пятница, и попадает так, что у меня практически никого дома нет, кроме ребенка. И это все-таки облегчает процесс, так скажем. Что потом, может быть, увидимся через несколько недель. Ну, многие уже привыкли, я думаю, кто давно меня смотрит. Так, ну что, аптечку дали. Ну, хоть так-то. Броня как-то быстро улетает. Непонятно куда им. Ёбаный, как это закончится? Да, так, нам нужно, ну, только прыгать, я думаю. Больше я не знаю, что еще от меня. Уху! Мягкая жажа. Так, что тут интересного нет? Что-то как-то вроде нет. Ну, сейчас нужно раздолбать, дропнуть остальные ящики. Вдруг что-то интересное здесь все-таки будет. Можно, конечно, подсунуть какой-то хэдкраб или бочку, которая взрывается, тоже неплохо. Вообще ничего не подсунули. Так. Ну, в путь, как говорится. Что-то мне начинает память, начинает вспоминать. Похожий момент. Либо это похоже с еще какой-то игры. Где-то было такое. А, в Splinter Cell во втором, по-моему, или в третьем, во втором. Который Pandora Tomorrow была миссия, нужно было вот в этих у них. Короче, в каком Splinter Cell? А, ладно. Уху! Так. И все без ручек. То есть нужно как-то просто удачно спрыгнуть, чтобы не наебаться. Например, вот так. Думаю, что. Думаю, что я облегчу себе задачу, сделал сразу вот так. Ну, я умею это делать. Да ладно тебе. Че, ничего не нажимается? Странности. Так. О. Нет, обычно крутится только красные вентили. Прям как в Silent Hill. Так, куда это еще можно сходить? Ага. Ладно, я всегда умею попасть в нужную дверь. Значит, вот это. То есть надо было, как я люблю обычно ходить налево, пойти налево, но что-то я в этот раз не это. Чё, блядь? Чё это? Вот что это значит? А, я понял, что это значит, меня решили отправить вплавь. Ну ладно. Уху-ху! Чё, блядь, происходит? Ай. Як-як-як. Уту! Тихо. Там, по-моему, какие-то разрубающие. Тихо. Так, мне нужно как-то отсюда выбраться. Да выбрось отсюда. Блять, как? Или там просто вода была? Я что-то... Блять, я как нифига отсюда. Я теперь вообще что ли застрял? Там были какие-то... Это... Да, это... Чё это такое? Похоже на какую-то мясорубку. Я что, играю в Silent Hill 4? Ну, а, вот, все, я как нормальный человек могу... Да ебаное течение. Почему я постоянно... Все. Наконец-то. Так. Ну, здесь, наверное, ты откроешь теперь. Да вообще, мне по сверению дверь не хотят открываться. Ну, хрен с вами. Там опять что-то жестоко горит. А мне придется и туда. Да, я так потихонечку вспоминаю вот этот уровень, когда у меня нет оружия, приходится выебываться. Так, здесь что? Ничего. Значит, опять нужно куда-то плыть? Я не хочу никуда плыть. Ненавижу. О,
Может быть, вот все-таки, да? Че это сейчас было вообще? Мне сюда зачем? Кран. Трубы. Да нет, вроде. Зачем мне сюда? Там какая-то мясоруба. Может, мне просто стоит ее пройти вот так и дальше плыть? Больше что-то выбора никакого не вижу, честно. Хорошо, давайте попробуем. Да, видимо, так и нужно было сделать. Нихуя не понимаю, что происходит. Чё? Стоп, стоп, стоп. О-о-о. Так, все, тихо. Куда я вернулся? Это какая-то другая вроде фигня. Она такая же, только другая, да? Или нет? Чё происходит? Куда? Что? Что вы от меня хотите? Я уже запутался в течении. В дверях. Все они без ручки. С ручки не открываются. А, то есть мне нужно куда-то вот сюда, наверное? What the heck? А, пра-пра-пра-пра-пра. О. Тут плохо. Ага. Ёбаный в рот. Обожаю такие. Там точно меня разрубит. Либо. Ебать, как я это сделал? Не знаю, честно. Давайте уже, пожалуйста, куда-нибудь выплывем. Я не понимаю, что происходит. Да что происходит-то? Тихо! Где я? Кто я? Что? Так, ладно, вот еще я вижу дверь. Я что, вернулся обратно, что ли? Нет, дверь тут открыта. О! Тут я точно не был. Поэтому я сохранюсь. Так. Оу, щит! Ладно. Так, я снова здесь, небольшие неполадки с сыном. Ёбаный ты. Ты знаешь что? Блять, я не понял, какой логикой я особо приплыл, но, похоже, я прав. Это очень странно, на самом деле, когда я прав. И еще одна. Ебать, что? Куда я попал? О, ну, в принципе, мне здесь нравится, поэтому. Я пока здесь вот останусь, чтобы хотя бы... Пока я там задыхался, не знаю, что делал, как меня ни разу не ёбнули эти штуки, которые там все перерабатывают. Опять кто-то до меня все потратил. Угу. Так, и что ты даже включил? И нахуй. ЛТ-монитор уже давно не в моде. Так, хорошо, давайте бьем эту ебаку. Сделаем что-нибудь. Спасибо, блядь. Нахуя я сейчас лечился? Я не знаю. Вау. Взрывающийся хунь, который практически очень редко юзал, что в оригинале, что здесь. А тут что? Там выключил, тут включил. Ну, вроде как я здесь все правильно сделал, да, я думаю, да? Куда тут столько ведет до хера всего? Теперь мы все двери откроете, да? Очень интересно, что там, что я рандомно снова выплыл. Мне это очень помогло. Хорошо, там еще можно было куда-то идти. Хочу следующую главу. И все. Можно я пойду домой? Куда твою мать идти? Что делать? Вот сюда, здесь я не был. Чё-то я выключил, чё-то включил. Не знаю, чё. А, здесь я тоже... Тут решетка. Решетка. Я хожу по решетке. Чё-то как-то все странно. Наверное, что-то открыл? Я не знаю, что я делаю. Делаю я все ли так или нет. Мне кажется, мне нужно к ним. Вам так не кажется? Ну и что мы загрузим еще? Тут тоже все открыто. Мне нужно куда-то сюда. Это открыта же дверь? Да. Ёб твою мать. Я предлагаю быстро пробежать, потому что... Чем их всех убивать, это, блядь, лучше себе дороже. Нихуя не понял, что мне нужно как-то к ним. Совсем-совсем к ним. То есть вы просто так... Блять, сейчас стоп. Да, я их убил, но толк-то
Я пока не понимаю, честно. Ну давайте посмотрим, что внизу. И зачем они здесь вообще были? Они вообще что-то охраняли? Я что, зря это все делал? Нет, серьезно, не может такого быть. Наверняка здесь что-то должно быть охуительное. Например, два ящика. И пустая полка. Да, сука. Ну что, мне серьезно, ненавижу такие вот уровни. Блять, кошмар. Чё я включил, чё я не включил? А, то есть обратно их нельзя. А может вот где-то вот там нужно было сделать наоборот? Я не помню, я где-то... Не, как меня это раздражает. Там вот что я что-то... А, вот здесь, ну-ка. Обратно можно её? Нет, я как бы все сделал, что мог. О. Типа мне куда-то нужно туда? Я думаю, да. Хм. Но как это сделать? Вы видите эту фигню? Тебе нужно вот сюда вот куда-то? Ну как я туда попаду, когда я вообще ничего не понимаю? И мне просто нужно сюда залезть. Давайте попробуем, может все было проще, чем мне казалось. То есть, да? Нет, серьезно? И все? И всего-то выключить вот эту фигню, и все? Нахера я тогда тратил? Нахера я тратил? Тратил магнум на этих ебучих тварей. Все было так легко. Надеюсь, сейчас будет другой уровень. Я постоянно это говорю, но... Я такой оптимистичный пессимист, вы же знаете. Поэтому... Ну уже хватит перерабатывать отходы, все, я должен куда-то выбраться. Почему это так долго? Почему? Почему? Ты еще кружишься. Конвейер, свиноматка. Все, наконец-то. Так, так, тихо. Вот тут мне очень, я не понимаю. А, ну тут хотя бы мне не. Тихо! Так, вот да, все, заебись. Так, ну тут вроде. Ага. Сейвнс, я сказал же. Уху. Так, тихо. Еще раз сейвнс, я сказал. Ну пока вроде все просто. Воу-воу-воу. Значит, где-то Джимен, что ли? Или что такое музло? Где-то Джимен же? Где Джимен? Зря я это сделал, ну ладно. Надеюсь, что там можно потом как... Ага, залезть. Мне нужно, наверное, сюда. Джимен! Почему такой музыка сработал? Почему? Короче, я не знаю, что я делаю и куда я делаю. Ну, вот здесь есть лестница, поэтому... Я прыгну на ящики. Может, тут что-то даже есть? Как обычно, ничего нет. Почему я бегаю с фонариком, как идиот? У меня всё на 3 патрона, так что уж бегать с ломом. Музыка какая-то странная, честно. Я не понимаю, что от меня хотят. И все, и прекратилось. Только не говорите, что... Хм, окей. Ламар! Ламар! Хватит. Так, тут... И чё тут один ход... Два ход краба, хорошо. Которые оба раза меня укусили. Ну, кто бы сомневался. О, вообще. Что-то слишком все запутано, вам не кажется, стало? В этих комплексах. Хорошо, а здесь тогда что? Еще охуительная дверь с ход крабами. Охуительная дверь, которая не открывается. То есть, по большому счету, меня большинство дверей здесь тралят. И я думаю, правильно ли, что я сюда спрыгнул именно, а не ехал там, там можно было перепрыгнуть и по-нормальному проехать. Но хорошо, вот какая-то еще... Зачем такую странную архитектуру, вот чтобы я здесь... Слишком жирный для этой игры. Костюм, что ли, такой? Вот здесь что? Угу. Сейчас кругом сначала бежим. Привет! Короче, когда я что-то более-менее придумаю, то я вернусь. Да, вы уже привыкли. Давайте. Кажется, здесь было все гораздо проще, потому что я спрыгнул, здесь была растяжка, я перепрыгнул вот сюда. Здесь как бы есть какой-то даже проход. И ведет он к лестнице, как ни странно. Только видишь, что это то, что я, блядь, думаю. Что? А! Блядь, какого хуя там, где меня убили? Почему я так стреманул? Ведь я знал, что это одно и смысл тогда, блядь.
Чё мне тогда это даст? Что? Что, блядь, от меня хотите тогда? Куда? Зачем вот там дверь? Зачем? Куда? Это я все равно ничего не добился. Я все равно ничего не добился в этой жизни. Зачем вот здесь вот лестница? Вот что она здесь делает? Вау. Это мне очень много дало. Спасибо. Спасибо. Ебучая вот эта тварь, если не в близком бою, и ты без оружия, это хреново все, да. Наверняка здесь что-то простое. Не говори только, что ты вдруг внезапно закрутишься. Да, это было бы странно. Хорошо, смысл, а куда тогда идти мне? Что вот здесь? Он опять охранял пустую полку? Я понял, они охраняют какие-то бессмысленные предметы. Я опять страдал зря. Сейчас хотя бы побегаю, может, я найду идею, если... Найду идею, да, блядь. Если идея покажется мне нормальной, то... Что если продолжить вон туда? Продолжу тогда туда. Что я вот сюда хотел? Возможно, это даже правильно. Вот. По-моему, здесь нужно тупо перепрыгивать. Давайте попробуем, что здесь. Хм, мне это нравится. Где это? Здесь закрыто. Остается. Хм. Да блин. Как-то все странно здесь. Или для меня просто так. Ага. Ага. Но я все правильно сделал, поэтому даже я сейвнусь. Пусть у меня хп. Хуйня, но... А это что? Это ее опускать, что ли? На. Нет, в другую сторону мне нужно ее подвести зачем-то, правда, не знаю. Ну, давайте попробуем что-то сделать с этим. Сделать-то я понимаю, что, но... Блядь. Я ведь, как обычно, упаду сейчас на записи. Блядь, что? Вы серьезно? Вы серьезно, как хотите, чтобы я сюда прыгнул? Блять, я сейчас здесь могу упасть. Хорошо, давайте попробуем вот так. Рискованно. Кто бы сомневался? Ладно, вы поняли. Ожидайте, давайте. А вот не на запись, все с первого раза, блять. Ну почему такая фигня? Просто я прыгал вон оттуда на этот раз, по-умному. Поэтому, наверное, все хорошо. Когда же мы, может быть, куда-то выйдем? Походу, я понял, что нужно только ехать. О, щит, мэн. God damn, son! У меня даже зарядка уже села на телефоне, это секундомера. В общем, на огонь проедем и врубимся. Даже что там дальше? Не показывает, вот мрази. Я смог это сделать, правда, не без потери здоровья. Надеюсь, это все. В смысле, все с огнем, да? Эй, воу-воу-воу, вот это вот сейчас не надо. Туда опять некуда. Значит, еще на одну херню. Блять, как же сложно все. Сложно все. Туда это куда? Не-не-не, это плохая идея. Как я обожаю такие уровни, вы себе не представляете. Вы, наверное, тоже. У тебя, наверное, есть люди, которые любят. Вот куда, блять, и куда? Ну и самый логичный вариант это вот сюда. Что это такое? Waste treatment. Treatment? Я не хочу, блять, treatment. Мне и так уже жизнь наказала. По-моему, я делаю что-то не так. Вам тоже знакомо это место, да? Мы все сделали, нет? Хорошо, ладно, я считаю. Ладно, мы опять здесь. Хорошо, где мы сделали ошибку? Давайте подумаем. Сейчас увидите, как я охуительно прохожу через огонь. Вот так. Ну, у меня есть 3 хп. Я понял, да, что критикал, спасибо. Так, а здесь что? Вот здесь вот что? Что это? О, у меня будет охренеть много здоровья и 3 хп. Поразительно. Можно в нее залезть? Прикольно. Я, правда, не помню, как я поехал неправильно. О, подо... Ага, так, стоп. Вот эта фигня. Нам нужна. Как ей можно управлять? Как ей можно управлять? Вы знаете?
В ней там еще патрончики даже. Может, можно туда допрыгнуть? Что, блядь, что такое? Я, по-моему, попрыгаю как-то вот так. Или не так. Нужно вообще куда-нибудь сюда. А, вот куда нужно. Все, я понял, кажется, куда нужно. У меня есть патрон-то? Патронов-то у меня нет. Хорошо. Блять, как нужно это сломать. Да ебаный ты. Как мне кинуть так, что он попал на растяжку? И меня наверняка убьет одной волной. Но я не сдаюсь. Я там так и так... Чё? Вы это сейчас серьезно? Короче, я понял вектор своего направления. Примерно. Поэтому, как я все сделаю, так лучше вернусь. Давайте. Сказал, блядь, не больше 20 минут, уже, блядь, больше полчаса. Пиздец. В общем, после долгих и упорных мучений, просто с этими растяжками, блядским, я не знаю, куда я сейчас появлюсь. Надеюсь, что... Что? Хорошо, что сюда. Так, о, мне уже вот это нравится. Давайте заправимся. Так, отлично, аптечки здесь такой же нет. По-моему, я уже близок к развязке именно головы. Нужно как-то выкрасить эту хуйню и также спуститься по этому мусорпроводу и просто здесь спуститься. Так. Давайте посмотрим, что там внизу. Я надеюсь, что там сейчас будет загрузка. И все. Я больше не буду здесь. Пожалуйста, выпусти меня, блядь, за тут. Что? Ну, блин, ну что они издеваются? Мне, ну, может, нужно что-то выключить там? Вы допрыгнем, интересно. Хорошо. Отлично. Не-не-не. Даже не думайте. Опять эти мрази. Так, хорошо, я не попался ни на одну мразь. Полезем наверх. Давайте прям вот здесь и все. Что-то это неспроста, да? Что-то как-то неспроста. Хорошо, у нас дохуя револьвера. Револьвера? Так. Ой, даже это есть. Отлично, просто отлично. Есть повод сейвнуться. Ну, надеюсь, что я ушел от марка, блядь, от этих суперконструкций архитектурных, которые у меня просто мозг сейчас выносили. Вот, особенно с одной припрыгиваешь на другую, чуть-чуть не так, ты возвращаешься. И ты уже был, и там тебе абсолютно делать нечего. Вот, ну, так или иначе, по некоторым признакам, исходя из дедукции, я все-таки нашел выход. Надеюсь, что это следующая глава. Давайте выйдем куда-нибудь там. Хотя бы я уже согласен на уровне открытой местности, где меня постоянно ебашит на раз. Либо там давайте больше к Шуану. Хватит, хватит. Давайте следующую главу. Уже больше 30 минут. Вот это вот страдание от моей нещадной логики, по-моему. На самом деле, блин, здесь не сразу поймешь, сориентируешься, куда идти, а куда нет. Согласитесь. Все согласятся, что я топографический кретин и косорукий мудак. Косоногий еще к тому же. Так. Что-то какая-то длинная загрузка. Наверное, это что-то значит. Ведь может сейчас напишешь следующую главу. Я с чистой совестью попробую сегодня успеть это смонтировать, если не сдохну от недосыпа. Да. Если что, я пишу это 8 апреля. Да. Но выложить могу... Либо в ночь с 9 на 9, либо сегодня вечером, я если говорю же, у меня хватит сил демонтировать, я не отрублюсь. Либо просто позже. Ну, опять, кому я это говорю, как раз как выйдет, так и выйдет. А все, я уже пропиздел, блядь, мне уже все плохо. Так. Что? Мне не нравится такое. Они спят? Вау-вау-вау. Мразь! Ты хотел испортить мне все? Вот что они сделали, а? Нахер вообще их разбудил? Но я так иначе уверен, что они потом всем проснулись. Ладно. Что дальше? Что это за страшные звуки? Это не я издаю их. Там электричество. Логично. И до тех пор, пока нас не обесточат. Что делать-то? Пока не догорит.
Ну, мукдыка, заря, блядь, что? Мы будем жечь или... Куда мне, что, сюда, что ли? Охуенная стремянка. Чё-то я ничего не понимаю. Опять, в который раз. Вот из этих собачек, блядь, тут мразь. Хорошо, давайте попробуем куда-нибудь залезть наверх, например. Это всегда помогало. Здесь лучше вид откроется, так скажем. Все, уже не откроется. Не откроется. Может, куда-нибудь нужно залезть на... Нет. Угу. Выше, и выше, и выше. И что толк-то? Фаер. Может быть... Увидели? Почему она красным? Мне нужен, типа... Что мне нужно? А, я понял. И все! И вот это вот! Из-за этого вы меня мучили? Не буду пока сейвиться. Рот ебал. Ладно, типа я... Что? Вот это должна быть открыта. Так, подождите. Быть может здесь хоть что-то полезное. Посмотрите, вот так забаррикадировали, короче, этот ящик. В нем нихуя нет. Спасибо. Так, возьму-ка я тяжелую артиллерию в этот раз. Ебать, какой-то... Какой-то хоррор начался. Что происходит? А. Ладно, сохранюсь, так и быть, мы любим рисковать. Здесь нам нужен какой-то чувак. Мои глаза здесь явно не подойдут. Либо глаза чувака. Отлично, вы видели? Вы видели, я достиг своей цели. 30, блять, уже почти 40 минут. Так, сейвимся еще раз, как параноики. Раз. Ну, почти сомнительный этик, да. 12 хп, это очень сомнительно. Сейвимся еще раз, как параноики. Два. И честно, я даже нихера не помню, что делать, но я вижу уже по антуражу, что это будет крипово. Угу. Так, ну, что сказать. 40 минут уложился, в два раза больше, чем я планировал. Как всегда, то, что я планирую, кроется пиздой, да, грубо говоря. Вот. Как я сказал, все успею смонтировать и выложу сегодня. Если нет, то завтра. Конечно, наверное, марафон прекратится такой каждый день, так как это сложновато в моей ситуации. Да, ну, кто понимает, тот понимает, кто не понимает, продолжает писать, где, блядь, видео, ёп. Вот. Всем спасибо, всем удачи, с вами был GS. Надеюсь, что скоро услышимся. Всего доброго. До свидания. Чья? Yeah.